Скандинавская авиакомпания SAS отменила более 1200 рейсов, запланированных в аэропортах Швеции на понедельник и вторник. Причина в забастовке пилотов, которая продолжается с 26 апреля. Она началась после неудачи в переговорах между руководством компании и летчиками. Последние требуют повысить зарплату на 13%, но им предлагают повышение только на 2,3%. Представители SAS говорят, что пилоты и так получают одну из самых высоких зарплат в Скандинавии – почти 9 тысяч евро в месяц. Профсоюз утверждает, что это не так. В 2012-м начались трудные времена, и мы помогли компании пережить финансовые трудности. Теперь пришло время получить что-то взамен. Еще одно требование пилотов – заранее составлять график работы. У нас совершенно непонятный график. Мы заранее не знаем, когда будем работать. Нам сообщают о сменах за 2 недели. В первые 3 дня забастовки были отменены 70% авиарейсов. Это нарушило планы 170 тысяч пассажиров. В понедельник и вторник в пункт назначения не смогут вылететь еще более 100 тысяч человек. Авиакомпания SAS организовала бесплатное питание для пассажиров, которые по всей Швеции ожидают альтернативных рейсов. Мы должны были полететь в Лулио, но для нас забронировали билеты на ночной поезд, так что будем добираться на нем. Если мы останемся здесь на одну ночь, то ничего, можно потерпеть одну ночь. Может быть, мы погуляем по Стокгольму, но также нужно где-то переночевать. Руководство SAS готово возобновить переговоры. Но оно предупреждает, что выполнение требований пилотов принесет тяжелые последствия для компании. Авиакомпания SAS принадлежит Швеции, Дании и Норвегии.